сколько лет прошло. А память снова и снова безжалостно возвращает меня к событиям 37-го года, когда я вынужден был стать секундантом в последней дуэли Пушкина. 4 ноября 36-го года на имя Пушкина пришло анонимное письмо. Кавалера первой степени командора и кавалера светлейшего ордена рогоносцев единогласно избрали господина Александра. Пушкина ставили в известность, что общество знает о том, что ему изменяет жена, и он объявляется рогоносцем. Не прячь пули, стреляй смело, пускай стрелы в мое тело. Я не ангел, и ты тоже. Я так делал, и ты сможешь молчать. Гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать, кричать. Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты. Бей, что есть силы, и будем квиты. Мысли слепых стая, мне так мало тебя стало. Не прячь пули обид тайных, не прячь слезы в глазах чайных. Молчать гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать, кричать. Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты. Бей, что есть силы, и будем квиты. Гораздо больнее молчать. Александр! Лучше Саша. Голос сорвать, кричать. Самое сердце на поражение. Что же ты мне?